Ну, честно говоря, про интернет я могу сказать так, его нельзя отрезать. Естественно, с чем нужно бороться, это с порнографией, чтобы дети не залазили с пиратством в сети, чтобы кинематографисты и музыканты были защищены, и телевизионщики в том числе, потому что есть каналы, которые совершенно спокойно ретранслируют в интернете телевизионные каналы и ничего за это не платят. Но закрывать информационные какие-то потоки, закрывать социальные сети, это нельзя делать ни в коем случае, потому что в таком случае мы окажемся в закрытом пространстве, вот, в какой-то изоляции, тогда где свобода и где демократия. Вот в чем вопрос.